Всем привет, друзья! Сегодня расскажу о том, как скачать и установить последнее обновление для робота-пылесоса Xiaomi Vacuum. Там, ну, название, точное название. Итак, друзья, чтобы обновить робота-пылесоса дальше, нажимаем правый верхний угол и проверка наличия обновлений. Вот. Как видите, появилось новое обновление. Вот, текущая версия 3.3, 3.5.8 уже появилась. Нажимаем обновить, и идет обновление. Вот, идет обновление. Не выключайте устройство и не используйте его до окончания процесса обновления. Вот, видите, понеслось 5% и так далее. Так, друзья, обновление произошло, установка обновлений, ну, точнее, скачивание произошло в начале 100%, и вот теперь уже установка. В это время робот вот так вот мигает, вот сообщает нам. Вот, ну, и опять немного подождать надо. Итак, друзья, обновление установилось, теперь версия 3.5.8, и оно происходило, то есть, если сложить скачивание и установку, не знаю, там, минут 20, то есть совсем не быстро. Причем самое долгое, где-то 10-15 минут, была именно установка. Так что это очень не быстро произошло. Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу о том, как подсоединить Xiaomi робот-пылесос к приложению Mi Home. Итак, поехали. Во-первых, нам понравится приложение Mi Home. Вот так оно выглядит, и, соответственно, прежде всего необходимо будет зарегистрироваться. Так, выбираем Россию, тут галочка, соглашаюсь. Дальше, значит, местоположение, не обязательно. Нажимаю «Далее». Ну и необходимо войти сейчас в аккаунт. И ввожу свой аккаунт Xiaomi. Ну, если у вас нет его, то нажимайте «Создать аккаунт». Вот эту кнопочку создавайте и дальше заходите. Тут нужен, значит, электронная почта и пароль. Вот и все. Дальше, друзья, после того, как зашли, нажимаем на плюсик в правом верхнем углу. И здесь, значит, нас предупреждают, что надо включить Bluetooth. Ну, мы соглашаемся, естественно. Так, во время использования приложения необходим доступ к информации о местоположении для обнаружения устройств поблизости и подключения к нему. Ну, хорошо. Доступ к местоположению. Так. Вот, видите, идет сканинг автоматический. Сейчас он ищет вот этот робот-пылесос. И необходимо немного подождать. Интересно, найдет он. Ну, если не найдет, придется искать, конечно же, вручную. Вот здесь вот, среди бытовых приборов. Найти его и, соответственно, подключить. Ну, друзья, что-то он долго ищет. Смотрите, переходим в устройство, и здесь вот он, Mi Robot Vacuum. Выбираем его. Вот. Если мобильный телефон не удается подключить, пылесос, откройте крышку аппарата. Ну, давайте попробуем. И зажать надо две кнопки. Ну, давайте сейчас открываем крышку. Зажимаем две кнопки. Замигало Wi-Fi. Замигал значок Wi-Fi. Так, значит... И кнопка точечной уборки в течение 3 секунд. Пока не услышите голосовой подсказ «Сброс Wi-Fi». Настройка Wi-Fi будет сброшена, а идентификатор снова замигает. Да, идентификатор замигал. Так, после чего подтверждаем. После чего выбираем нашу сеть.
после чего необходимо ввести сеть от нашего Wi-Fi, причем от обычного Wi-Fi, к которому подсоединен и это устройство, ну, смартфон и все устройства. Да, теперь мы как бы подсоединяем вот этого робота, и нам заново необходимо ввести пароль. Вот так вот. После чего нажимаем «Далее», после того, как ввели пароль. После чего необходимо поближе поднести, вот как видите, подключен. Сообщение отправлено на устройство, в это время Wi-Fi просто, смотрите, просто зажигает. Подключение устройства к сети, но еще раз надо просто подождать. Просто подождать, ребят. О, все, видите, загорелась вот эта лампочка сплошным светом, цветом, поэтому, скорее всего, это устройство уже подключено. Все, значит, устройство подключено. Я не знаю, почему надо, тут гостиная. Робот-пылесос, все. Далее. Ну и начало работы. Все. Мы подключили наш пылесос. Так, тут принимаем условия. И здесь, видите, есть док-станция, очистить, карта. И можно дать задание очистить. Закрыть крышку. И тут же поставить на паузу. Остановку подтверждаю, видите, остановку подтверждаю, и он сразу же останавливается, а так вот он отправляется обратно на станцию. Вперед, друг, на станцию. Давай, друган, дружище, у тебя все получится. Ты молодец, давай. Видите, он разворачивается, ищет док-станцию. И подсоединяется к док-станции. Все, вот так вот она это делает. На мой взгляд, очень даже забавно. Все.